Восстановление опорно-двигательной системы. Опорно-двигательная система это то, что наша опора и движение. Мозг руководит всем, но если в организме человека идет разрушение опоры и движения, то никуда сильно не побежишь, не подорвешься, не помчишься и так далее. Вот возьмем совершенно новую, допустим, программу, которая тоже может быть заменена другими продуктами, но мне хотелось вам показать именно новые продукты. Вот, например, один из препаратов – коралл-босвелия. Можете себе представить, что это ладанное дерево? Это ладанное дерево. Это потрясающая вещь. Я вообще не знаю, где его берут, потому что я не думаю, что его очень много. Но оно используется в медицине уже десятки тысяч лет. Не просто тысячи, а корни его использования уходят в глубину. Чем оно обладает? Оно обладает уникальным противовоспалительным действием. В коралл-босвелии содержатся так называемые босвелевые кислоты. Эти кислоты являются мощнейшей противовоспалительной системой. Вы слышали такое слово «аутоиммунные заболевания»? Когда в организм человека проникает вирус, бактерия либо грибок, и в погоне за этими чужеродными агентами организм начинает разрушать собственную ткань. Кстати, вы все знаете слово «иммунитет». И вот как я проверяю концепцию здоровья? Ко всем случаям жизни применимо. Вот, например, слово «иммунитет» выберите из четырех слов. Защитить, напоить, накормить и очистить. Что такое иммунитет? Защитить или напоить, или накормить, или очистить. Защитить, мнения ученых разделились, еще, накормить, еще. Так вот, слово иммунитет переводится очистить. Не защитить, очистить. Иммунитет никак не может защитить наш организм. Если мы не моем руки, микробы уже попали. Иммунитет единственное, что может сделать, он их может съесть ценой своей собственной жизни, лейкоцита, и соплями, мокротой, прыщом каким-нибудь очистить. Товарищ, иммунитет не стоит у вас в носу с ружьем и не отстреливает любой вирус, который туда попадет. Поэтому никакого иммунитета, кроме очищения, не существует по факту. По факту попал грибок, мы его ловим. По факту попала бактерия, мы его ловим. Причем сразу скажу, вирусы, бактерии мы ловим, а против грибка и против паразитов мы абсолютно беззащитны. Мы не можем справиться ни с грибком, ни с бактериями. Они гораздо больше, чем наш иммунитет, чем наши лейкоциты. Поэтому система очищения – это система, которая должна присутствовать у каждого человека в голове. У каждого человека нос надо чистить, рот надо чистить, мозги надо чистить, почки надо чистить, печень надо чистить, суставы надо чистить, все надо чистить, все надо чистить. А защищать это мойте руки перед едой и после туалета, и продукты мойте, и все остальное, да? Так вот, коралл-босвелия это продукт, который обладает уникальным, абсолютно противовоспалительным действием. Он может снять воспаление с любых суставов. Это ревматоидные артриты, ревматоидные суставы, это остеохондрозы, это артрозы, это дегенеративные процессы в соединительной ткани. То есть уникальный процесс блокирования лейкоцитарной вот этой вот защиты. Но, естественно, если, так сказать, есть коралл-босвелия, значит, конечно, должен появиться продукт, в который входит коралл-босвелия, как незаменимый градиент. И появился препарат Инфлакор. То есть мы очень много работали с сустав-комфортом, и мы знаем этот продукт, и мы любим его, но это строительные материалы. А нам нужны противовоспалительные, потому что артрит, артроз, и вот все, что связано с суставами, это воспаление, кто-то там живет. Я вам даже больше скажу, не существует никаких практически грыж, которые проходили бы в асептическом состоянии. Грыжи – это когда грибы проникают в межсуставную жидкость, в суставы, в связки, в диски, съедают их начисто, потому что они состоят из сахара. Там содержатся вот эти хондроитин-сульфаты и разные другие ингредиенты, тщательно, так сказать, подобранные по составу, который является питанием для грибов. И когда ко мне обращаются люди с грыжами межпозвоночных дисков, а сейчас грыжи начиная уже с 15 лет, первое, что я им назначаю, противогрибковую программу. Второе, противовоспалительную. И как только у человека ногти становятся без грибков, грыжа автоматически проходит. То есть пробуйте. Смотрите, очень много от вас есть обратной связи, что два пальца там прошли, грибок ушел, и все, спина перестала болеть. Да, это абсолютно точно, потому что ногти, это та же самая
самая внутрисуставная жидкость, которая течет и которая съедена вот этими вот грибами и бактериями. Поэтому применение инфлакора с босвелией, это идет мгновенное усиление. В инфлакоре содержатся травы, там огромное количество антисептических трав, там содержится и хмель, там множество-множество трав, которые поддерживают вот этот процесс. А что такое флексикор? Это уже немножечко в другую сторону. Там строительные материалы. Там хондроитинсульфат, там глюкозамин, там сера, там множество ингредиентов, которые строят хрящ. Если у вас кто-то съел хрящи, ничего страшного, это все можно изменить. За полгода полностью восстанавливается хрящевая ткань. Но если есть две вещи, строительные материалы и энергия, и если есть нагрузка, движение, если есть возможность получать, растягивать позвоночник, там, его каким-то образом расслаблять, потому что на самом деле у нас нету органов, которые бы не восстанавливались. Сердце восстанавливается через 3 года, это уже другое сердце. Печень через год, это уже другая печень. Состав поджелудочной железы клеточный через 7 месяцев уже полностью обновлен. Полностью обновлен. Можете себе представить? Кожа, через 30 дней ее уже нет, другая кожа. Волосы, ну волосы растут, сами знаете. То есть кости через 5 лет это уже не те кости. Другая матка, другое сердце, другая печень, другие суставы. То есть это абсолютно реально. Потому что там, где идет нормальное клеточное питание, там идет регенерация поврежденных органов и тканей. Но питание должно быть четкое, специализированное. Это не значит, что вам надо кушать мясо с утра до ночи. От мяса ничего не восстановится. Там убитые аминокислоты, разрушенные, их надо восстанавливать. Для того, чтобы восстановить аминокислоты, нужно огромное количество минералов и энергии. А ее негде взять. Поэтому мы используем. Можно было бы кушать холодец. Но это путь в никуда, потому что столько холодца не съешь. За полгода можно заменить суставную ткань, если при нормальном, так сказать, правильно подобранном вот этом вот умном продукте, то это абсолютно реально. И мы это видим. Мы видим, как люди, которые ходили скрюченные, с палочкой, которые не могли передвигаться практически, у которых ставили диагноз коксоартроза, заболевания коленных суставов, как они просто из пепла восстают за счет правильного питания. Безусловно, не так быстро это все. Можете себе представить, чтобы новые колени выросли, да, хрящи? Но это возможно. Это возможно, но для этого вес должен быть нормальный, для этого комплекс продуктов надо расценивать. И, например, коралл эхиноцея. Коралл эхиноцея. У нас не просто эхиноцея, у нас в нее добавлено еще несколько ингредиентов. То есть у нас эхиноцея, можете себе представить, эхиноцея, обогащенная имбирем. А имбирь – это лекарство от всех болезней. Имбирь – это противовирусное, противопаразитарное, противобактериальное. Это продукт, который называется универсальный доктор, который разжигает внутренний огонь. Имбирь применяется при всех воспалительных заболеваниях во всех органах и системах. То есть то, что у нас имбирь вошел более чем в 3 продукта, то есть вот эти продукты прямо надо вытащить, их нужно кушать. Ну, можно, конечно, чай с имбирем пить, безусловно, но тогда это будет действовать на общее укрепление. А когда мы идем целенаправленно в программе или в системе, то любой артрит, ревматоидный, там, инфекционно-аллергический, какой хотите, за счет имбиря и эхиноцеи получит мощный противовоспалительный вот этот вот толчок. То есть, ведь чем отличается человек, который получает результат? Он просто знает продукт, он просто знает состав, он просто имеет результат и он умеет анализировать. То есть название, в принципе, конечно, было бы удобнее, когда названо комфорт-сустав, вам как бы дана такая наводка, что это для суставов. Но на самом деле это один раз расписать продукты по проблемам, хотя бы коллекцию продуктов. Вот у вас будет там 50 маленьких листочков на 50 самых распространенных проблем, а вообще их 12, вот таких вот самых распространенных. Да? Мы на академиях все эти проблемы пройдем, потому что одна проблема сильнее другой, одна еще лучше лечится, чем другая, или восстанавливается. То есть на самом деле вот нет проблем-то. Проблема только незнание продукта. Вот единственная проблема – это незнание продукта. Либо неверие, либо отсутствие денег. Отсутствие денег – это серьезная проблема. Но мы находимся в системе, когда работаете мозгами. Будете работать мозгами – появятся деньги. Опять нужно знать продукт. Если вы знаете продукт, вы рассказали человеку, он купил, вам осталось, вы выпили, получили результат, втройне рассказали и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это очень-очень, так сказать, взаимосвязано между собой. Ведь нам важно, чтобы каждый человек, который пришел, мы не можем снять диагноз диабет или снять диагноз ревматоидный артрит или снять диагноз там коксоартроз, но мы можем вам объяснить, что диагнозы
Вот, пожалуйста, так сказать, написаны у вас в карточке. Вот, смотрите на них, любуйтесь там, пожалуйста. Но мы хотим вам предложить новый образ жизни. А новый образ жизни – это новый образ мысли. Научитесь кормить суставы, если это относится к суставам, поить суставы, очищать суставы и защищать суставы. Вот в этом и состоит концепция здоровья. Двумя видами – строительными материалами и энергией. Ничего больше нету. Где взять энергию? Дышать, бегать, двигаться, пить воду и кушать умные продукты. То есть мы в любом случае вернемся на свои круги. Мы в любом случае вернемся. Итак, программа самая простая. В ней можно вставлять другие. В ней можно вставлять МСМ. Но это будет уже масло масляное, потому что во флексикоре есть МСМ. Мы можем вставлять сюда жир печени акулы. Он на 50 звеньев иммунитета действует. И это будет правильно. Все зависит от того, насколько человек, так сказать, готов потреблять этот продукт. Насколько он готов двигаться. Насколько он готов вообще за вами пойти. Потому что меня спрашивают, а вот это можно? Я говорю, можно. А это можно? А это можно? Говорят, у вас что, все можно? Я говорю, у нас можно все. У нас нельзя только одного. Нельзя передать вам эту веру настолько, чтобы вы ее приняли. Потому что если вера не проходит, если человек сам не верит в природу, обратите внимание, в природу, то есть человек верит кому-то, кто придумал что-то, взял у природы, синтезировал и так далее, а в природу не верит. Так вот, нет доктора, кроме природы. Потому что в наших клетках никакая химия не задержится. В наших клетках может возникнуть только органические минеральные субстраты, которые, собственно, являются нашей жизнью. Меня очень всегда радует, что у нас нету огромного количества трав. Что у нас, потому что травы можно было бы до бесконечности, 3000 названий. Да? Рододендрон, на чем нам это? Вообще ни о чем. Да? Так вот, смысл в чем заключается? У нас пищевая линейка. А пищевая линейка – это аминокислоты, минералы, витамины, жирные кислоты и практически ферменты. Все.